Еще одно мероприятие российского значения состоялось накануне. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» приняло в свои ряды 15 междуреченцев. Всегда быть верными Отечеству, юнармейскому братству! Клянемся! Клянемся! В октябре 2015 года президент Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Цель юнармии – вызвать интерес у подрастающего поколения географии, истории России и ее народов. Для школьников вступление в это движение – важное событие. Я занимаюсь 4-й год уже по начальной военной подготовкой. И сегодняшний день – это, наверное, такое вступление в большую общественную организацию «Юнармия». Для нас это очень важно, для всего отделения. Для меня в частности, я командир отделения. Ощущать эту поддержку, именно ощущать то, что по всей России, то, что не мы одни такие. Родителям подобные увлечения детей по душе. «Юнармия» – это патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе. Я очень рад, что возрождаются вот такие именно движения, как «Юнармия», ДСАФ и все остальное. Да, это прекрасно, и это очень будет помогать. И, как сказать, и ученикам, и вообще и взрослым, и всем, и в общении между детьми и родителями. 15 ребят из патриотического клуба «Ратная дружина» примкнули к рядам юнармейцев и получили флаг и значки патриотического движения. Для города это мероприятие значимое. Ну, я бы сказал, не историческое, но, по крайней мере, переломное в плане именно вопросов военно-патриотического воспитания. Если раньше это были отдельные какие-то сегменты, то либо различные мероприятия городского уровня, либо школьные мероприятия, то теперь это все объединяется под единым штабом юнармии. В дальнейшем юнармейцы займутся волонтерской деятельностью, будут активно принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях. Алена Пок, Станислав Олин, Новости Плюс.